Слушай, ты снимаешь, да? Ладно, смотри сюда внимательно. Вот сейчас Наташа приходила ко мне в гости, да? Короткова. Она историей театра занимается. Удивительный человек, да? И тут как раз все так совпало, что мы сейчас... Влад мне, Орлов говорит, давай сделаем ролик. Там у тебя, говорит, был ролик на Ютубе о том... Ну, Виолетта там была, она рассказывала, как она... Полтора часа входила в образ, в роли, когда играла в спектакле. И в какой-то момент, когда она уже, ну, такое борение души и победа духа над телом, и она почувствовала такое состояние, когда вот, ну, такое состояние было, потом, говорит, весь зал вырубила, и 10 минут сидели молча. Такое было, ну, состояние такое необыкновенное. А Влад мне говорит, слушай, давай, говорит, сделаем... Там же Борис Плаксин делал по методике ключа, по формуле ФА, как он входил в состояние быстро и так далее. Давай договорись с ним, чтобы вы с ним сделали ролик, чтобы он сделал по формуле ФА и вошел в образ какой-то роли. Это, говорит, будет бомба для тех, кто учится в актеры. Ну да, точно. Вот сейчас мы это и сделаем. Я написал Борису. Борис, ты когда будешь на связи, напиши мне, мы с тобой, одна идея есть. И он мне написал, в субботу-воскресенье буду на связи, давайте сделаем. Но это будет просто действительно бомба для всех, кто учится в актерах.